Для тех, кто не в курсе эстетика танго, ну, я бы несколько отличается от классических танго. Вы сейчас все сами увидите. Три танца для того, чтобы выяснить победителя. И мы начинаем. Танец номер один. Поехали. Thank you.
Да, получилось, и в этом и есть прелесть танго. Вы никогда не знаешь, что ждет тебя в следующую секунду. Наши конкурсанты, наши участники отлично справляются, как мне кажется, и мы переходим к третьему танцу, к третьей мелодии. Надо собраться с духом, сейчас показать, на что вы способны в конце концов. Давайте, друзья, еще один шанс, третий танец. Ура! Получилось, и они остановились сейчас в таком личном моменте. Все наши...